В Красноярске пункты сбора гуманитарной помощи переполнены вещами. Их с трудом успевают сортировать, не хватает рабочих рук. Груженные машины ежедневно отправляют в пострадавшую от пожаров республику Хакасию. 20-тонный большой груз сегодня с самого утра принимает посылки в Хакасию возле торгового центра «Комсомол». Закончится прием вещей в 10 вечера, и фура сразу же поедет в республику. Тем временем активисты из разных пунктов приема вещей призывают горожан не приносить больше одежду, так как в основном вещи, которые приносят небольших размеров. Таких, по словам волонтеров, собрано уже на, это цитата, на маленькую страну, где все жители исключительно стройные, конец цитаты. Поэтому необходимость осталась именно в одежде больших размеров. Приносить просят новое нижнее белье, продукты долгого хранения, вещи и питание для малышей, постельные принадлежности, посуду, бытовые приборы. Полный список необходимого сейчас на экране. Некоторые волонтеры собрали для погорельцев мобильные телефоны. Осталось теперь найти тех, кто наверняка доставит их в руки погорельцев.